Встреча прошла в фойе Дворца искусств «Премьера». Здесь, в неформальной обстановке, фронтовики делились историями из своей жизни и выразили обеспокоенность за судьбу молодежи. Сегодня много попыток переписать историю. Руководитель региона поддержал их инициативу участвовать в процессе школьного воспитания. Спрашивали ветераны, и как они могут поддерживать связь с исполняющим обязанности губернатора. Вы в вашем плане есть такое дело? Собирать эти вопросы, ну, допустим, раз в месяц, и, так сказать, ответить на те вопросы, какие волнуют людей. Ведь каждому зайти на прием к губернатору – это проблема. Давайте сделаем так. Через своего руководителя, ветеранской организации, вы собираете вопросы, а он передает уже их мне. И мы в ручном режиме, персонально, по ветеранам, будем готовить и прорабатывать эти ответы и решения. За чашкой чая ветераны также читали свои стихи и пели песни под гитару. Это была не единственная встреча Вениамина Кондратьева со старшим поколением. Исполняющий обязанности губернатора также пообщался с председателями ветеранских организаций. Они поделились с ним своими проблемами и переживаниями. Многие просили о личной встрече с новым исполняющим обязанности главы региона. Вениамин Кондратьев все просьбы и вопросы взял на карандаш и предложил встретиться ровно через месяц, но только уже в расширенном составе с руководителями всех служб и министерств.